впечатление просто замечательно, когда вошел. Ну, был немножко шокирован, сразу даже не понял, хотя знал, что сегодня будет промоушен. Супер впечатление, великолепные. И хочется действительно ощутить под ногами вот эти камни вековые, потрогать этот календарь майя. Вот эти далекие путешествия, я думаю, это уже для меня мое время пришло. Мексика – это чудо. Мы там должны быть. И спасибо компании, которая дает нам вот эти потрясающие возможности открывать эти страны. Захотелось сейчас бежать, все делать, и чтобы получить все эти бонусы, все, чтобы хватило для поездки в Мексику. В сентябре у меня цель – это VIP обязательно, а дальше держать звезду, чтобы поехать в Мексику. Нужно не стараться делать Мексику, а нужно ее просто делать. Я включаюсь в выполнение квалификации, чтобы поехать в Мексику и самому все это ощутить, потрогать, пощупать. Настрой на работу, только вперед, как говорится. Все замечательно. Как сотрудник компании хочу пожелать максимальному нашему количеству дистрибьюторов, во-первых, быть VIP-ами, причем не только в сентябре, октябре и ноябре, это даже не обсуждается, а вообще стабильно быть VIP-ами, то есть настоящими партнерами компании, и получить доступ к этой уникальной программе сотрудничества с ВОЗ, с НИИ питания. Конечно, я очень хочу, чтобы максимальное количество людей выполнили квалификацию на Мексику, но будучи вот сейчас здесь, просто невозможно даже представить себе, что кто-то ее не выполнит. То есть пусть мы забронируем много-много самолетов, много-много отелей, пусть нам будет тяжело, но пусть всем нам будет очень-очень хорошо, ровно через год в Мексике.